Общественные инициативы, направленные на развитие местного производства, оказание помощи социально незащищенным категориям граждан и работу с молодежью и ветеранами. Об этом сегодня сказала министр по развитию институтов гражданского общества Якутии Сардана Гурьева во время брифинга по гражданскому форуму 2017. Он пройдет в Якутске 20 июня. Форум соберет более 600 представителей общественных и некоммерческих организаций. На дискуссионных площадках пройдут диалоги против коррупционного поведения, обсудят вопросы поддержки территориальных общественных движений, вопросы социальной предпринимательства и садово-огороднического товарищества. А после гражданского форума в столице республики пройдет 5-й съезд Ассамблеи народов Якутии. 22-23 июня по плану работы Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия будет проводиться очередной 5-й съезд Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. Значит, 22-го планируется расширенное заседание Совета по государственной национальной политике. Также в этот день будет день траура, поэтому будет возложение цветов в связи с исторической датой началом Великой Отечественной войны. Также планируются дискуссионные площадки, где тоже предстоит обсудить евразийские проекты Республики Саха-Якутия. Мы знаем, тут является республика у нас зачинателем, инициатором многих проектов.